выехали из салона сегодня для того, чтобы протестировать машину Volkswagen Polo. Тест-драйв предоставляет компания Автодина. Что сказать про эту машину? На самом деле, когда я села в нее, сразу почувствовала определенный комфорт и удобство. Достаточно много места, коленки не упираются в руль. Несмотря на то, что это бюджетный класс, машина выполнена в отличном гипоаллергенном пластике, что позволяет комфортно дышать и находиться в салоне. Благодаря удобной панели управления на руле я могу, не отвлекаясь от дороги, переключать музыку, радиостанции, а также отвечать на звонки. Очень удобный и комфортный руль, выполнен в коже. Приятно рукам, на ощупь, и также очень удобный размер. К машине есть климат-контроль, обогрев зеркал, обогрев стекла. Мы можем чувствовать в этой машине себя уверенно и безопасно. Включая эти опции, мы получаем отличный обзор и зимой, и летом в дождь. Друзья, я обнаружила на этой машине шикарный парктроник. Мне кажется, любая девочка сможет с таким парктроником припарковаться очень четко. Я вижу полную картину того, что происходит за машиной. Как мы все знаем, Volkswagen — это надежная машина. У нас в семье это будет, видимо, уже вторая. Если говорить про дизайн машины, очень эргономичный, удобный, большой багажник вместительный, удобно перевозить велосипеды, детские вещи, как для мамочки, для меня это очень важный момент. Дизайн очень современный, отлично и стильно выглядит для городского автомобиля. Когда мы садимся в машину, здесь еще остается очень много места. Это очень важно для пассажиров, которых мы будем перевозить, а также для деток, которые будут сидеть здесь в люльке, либо в детских креслах. В машине есть блокировщик дверей, что позволяет вам не беспокоиться, да, о вашей семье при перевозке. Управлять им можно с сидения водителя. Очень удивила меня новинка в этой машине – это синхронизация вашего телефона с магнитолой. Благодаря этим функциям мы можем звонить по телефону, разговаривать без использования рук по Bluetooth, переключать музыку. Мы можем использовать установленные на вашем телефоне Google карты, дубль GIS, не устанавливая их на магнитолу. Друзья, я уже покаталась на машинке Volkswagen Polo. Сразу хочу отметить такие вещи, что, во-первых, это очень комфортная и удобная цена, 650 тысяч. Во-вторых, комфортно себя чувствуешь на дороге. Прекрасный дизайн, современный и стильный. Самый важный для меня момент – это хороший багажник. То есть можно перевозить детей вместе с их санками, велосипедами, колясками, что важно для молодых родителей.